Всем привет! Брезентовая штормовка – это старая любовь, которая не выцветает с годами, в отличие от своего материального воплощения. Даже в наш век стремительного развития технологий трудно найти для лесных людей более удобную и правильную одежду. Легкие, дышащие, синтетические штормовки и ветровки сконфуженно пасуют при виде открытого огня. Нашу куртку «Анорак» тоже коснулись высокие технологии. Это все такая же плотная, льняная, полульняная или хлопчатобумажная ткань, но в отличие от старого брезента, она стала более легкой и тонкой. И с первого взгляда не всегда возможно определить, что это брезент. Наша куртка – это классический анорак с карманом кенгуру, который расположен выше пояса рюкзака. Стоит отдельно сказать про ткань этой куртки. Это брезент, который имеет водоотталкивающую пропитку, антигнилостную и антибактериальную обработку. Основной карман представляет из себя большое отделение с входами справа и слева. Помимо него есть еще небольшой карман на молнии, который сверху прикрыт клапаном. Сюда свободно помещается телефон. Центральная молния имеет ветрозащитную подпланку, а все замки молнии куртки имеют ухватки. Нижняя утяжка сделана при помощи резинового шнура и спрятана внутрь куртки. На локтях имеется усиление вторым слоем ткани. Манжет утянут резинкой. Высокий воротник-стойка переходит в капюшон с ярко выраженным козырьком. Капюшон имеет две регулировки, это регулировка по овалу лица и по глубине. Спасибо вам за просмотры, оставляйте свои отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».